Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Boston Technic. Сегодня к вашему вниманию представляем белоруса 3522 в отличном техническом состоянии с новым двигателем. Двигатель поставили в прошлом году, наработка около 2000 моточасов. Давайте рассмотрим его детальнее. Передняя навесочка. Резина в отличном состоянии. Двигатель Deutz. Стоит новенький, как мы в прошлом году поставили. Наработка около 2000 моточасов. Трактор полностью на ходу. Задняя резина тоже вот в отличном состоянии. Стекла целые. Задняя навеска тоже. Передняя тоже в полном порядочке. Шикарный мощный агрегат. Все целенькое, все на месте.